have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы сегодня попробуем сходить ралли посетить. Я еще здесь не был, я не знаю, как то, что тут сейчас, давайте немножечко, может, тише? Да нет, вроде нормально со звуком. В общем, у них тут есть фри-роум, который будет потом, скоро идет. Game Passes, ну, как бы не про нас, давайте мультиплеер попробуем. Куда я хочу? Давайте, может, в Бельгию. Зачем белый грант? А что это было на мне за прорисовка такая до этого? В лобби. А где машину взять? Хорошо, давайте смотреть. Оу. То есть наступаешь на лобби, тебя прям выкидывает, реально. Хорошо, я понял. Дайте машину. Машину. Ну дайте. Дайте. Ну. У нас тут 3 человека, кстати. Дайте машину. Таймер заресетился. Спаунер. А, окей, я вот так вот машину выбираю. Ну, собственно, королеву, пожалуйста. Ну-ка, так она управляет. О, она еще и так управляет. Ой-ой-ой. Созвучка. Офигеть. Так, а как вернуться на трассу? А из машины можно просто выпрыгнуть. О-о-о. Так, к управлению надо привыкать. А как там? Машину мне верните, пожалуйста. Извиняюсь, а тормоз только нас. Так, да. Controls. WSD, Lift. А, Shift это hand. Я понял. Transmission mode. Нет, мне все не надо, спасибо. Shift. Пробел это все-таки прыжок. To left. Все, я понял. Как дать крена. Блин, на самом деле машины довольно неплохо управляются, но к тому, как они управляются. Надо привыкать. Почему я сейчас вперед не еду? Неизвестно, баги, не баги какие-то. Что у нас тут еще, кстати, имеется? Бокскар, ребят. Кто помнит, откуда эта машина? Блин, серьезно, напишите, пожалуйста, в комментах. Я помню, откуда эта машина. Я не могу назвать точную серию, но я точно знаю, из какого это шоу. Так что, пожалуйста, отпишитесь, кто в курсе, кто состоит в этом чокнутом клубе, пожалуйста. Слушайте, у нас есть эскорт косвордский. Group Access, я понял. Бэху не хочу, пыж не хочу. Блин. О, кстати, Рено пятерочка. Смех смехом, а эта штука в свое время зажигала очень даже неплохо. Блин, а как теперь жить с тем, что ручник это shift? Офигеть, как тут резко все. О.
как тебя носит-то? Ну, она маленькая, коротенькая, с коротенькой базой. А, знаете, в чем прикол? С этой штукой практически, наверное, невозможно играть на клавомыши. Тут нужно было бы по-хорошему... Ой, 959-й Porsche. А почему? Фиеста. Шкода РС-ка. А потому что... Вы посмотрите на... Ой-ой-ой-ой-ой. Удалилась. Дайте ей еще раз на этой Шкоде пока... Нет, дайте мне еще раз квадро. Машина удаляется. В общем, если ты не в машине, машина удаляется. Ай-яй-яй-яй. Короче, да, я ужасно управляю, но... Но тут есть чертова озвучка навигатора, ну, штурмана. Тут... Блин, тут надо было... Так, попробую вот так вот. Чтобы эта рука у меня была чисто на ручном тормозе. Может быть, что-то получится. Машина иногда слишком дает крена. Я же говорю, что на кнопках управлять здесь немножечко садизм, потому что для хорошего симулятора необходим руль. Намотались на дерево просто. Мне понравились звуки, как здесь сделаны. У вас, наверное, там сейчас... Ух ты ж, ёпарасота! Минус уши, да? А... Чем вам не превьюха? Просто, ну, как из тех машин, которые здесь представлены, здесь много великих машин, но я, как большой поклонник Audi, мне приятнее всего ездить именно на Quattro. Учитывая, что... Учитывая... Я провалился... Что это как раз та самая машина, которая в свое время полностью порвала все ралли, которые были, сколько они там лет подряд, 2-3 года становились чемпионами, и за счет того, что они выкатили полноприводную машинку. Ну, короче, ладно, кто хочет историю, почитайте историю, дайте-ка мне Porsche. Porsche в данном случае тоже очень сильно уважаю. Пожалуй, на том же уровне, как и Audi. Audi более легендарна, но нельзя ни в коем случае преуменьшать заслуги Porsche в гоночной индустрии. Я автоматически нажимаю на пробел, понимаете, в чем прикол? Это никак нельзя изменить, это заложено долгими годами практики и тренировки. То, что ты на ручник будешь нажимать на пробел. Я не знаю, чем думали ребята, создавая вот это. То есть тут довольно хорошо они подошли ко многим вещам. Но почему вы сделали ручник на shift? Извини, чувак, именно на тебя наехал. Это гораздо, кстати, сложнее управляется. Ну, современные машины, они гораздо более резвые. То есть, ну, по разгону... Упс. По разгону и по всему остальному современные тачки, они очень резвые, поэтому они гораздо сложнее управляются. Ну, с этим ничего не поделаешь. Ну-ка, дайте мне еще раз квадру. Тут... Да. Есть над чем работать еще, к сожалению. Не то чтобы, к сожалению, я сейчас обратно вылечу. Вылечу или не вылечу? Вот, пусть машина удалится. Я вскочу. Нет, я встрял.
У меня все хорошо. Я встрял. О, меня вытащили. В общем, смотрите, ребят, прям долго я здесь засиживаться не буду. Мы немножечко глянули. Тут есть ланч. А, она только для группы Access. Я бы на ланче, кстати, покатался. Я просто знаю, что это за тачка. Ну, я тут знаю много тачек, но вот это вот я вдруг аж прозрел. Все вот это вот шушера типа Митсу, Субару, все это не хочу. Можно еще, кстати, на эскорте прокатиться. Эскорт того времени. Он прям хорош. Вообще выбор автомобилей здесь реально классный, мне нравится. Причем и звуки, и... В смысле, turn right? Я правильно еду? Мне... Выкарабкайся, пожалуйста. Дайте я, пожалуйста, поезжу на... Оп, у нас тут два человека вообще. На эскорте. Блин, его спавнит каждый раз так. Чтоб тебе еще спавнило ровно на дорогу. Я не выйду на нем. Короче, ладно. Давайте тогда потихонечку на этом будем заканчивать. Тут еще до черта есть над чем работать. Но очень много вещей, которые мне понравились. Как и сами модельки, как и звуки, как и поведение машин. Прикольно. Я бы потом хотел еще посмотреть, вернуться сюда, когда здесь появится Free Roam. Я закину этот режимчик в любимый. Вы пока что пишите в комментах, что вы вообще думаете по этому поводу. Погоняли бы вы здесь с друзьями. Я так понимаю, что если немножечко подпривыкнуть к здешнему управлению, потратить часть полтора-два на то, чтобы понять немножечко механики и всякое такое, это превращается в довольно-таки веселый драйвинг-симулятор. Пишите, если вам нравится ралли. Если вам не нравится, пишите, что нравится. Давайте обсудим. Комменты, Дискорд, все здесь. Ждем вас. А, кстати, можно подискутировать о том, чья тачка кому больше нравится, кто за какие модели топит. Все, ребятушки, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.